Новый этап в борьбе за Норильский никель. Две группы акционеров борются за контроль над предприятием. С одной стороны Владимир Потанин, с другой стороны Олег Дерипаска. И в рамках этой борьбы компания объявляет о buyback, объявляет о выкупе своих собственных акций на 4,5 миллиарда долларов. И выкупаться эти акции будут по цене значительно выше рыночной. А Дмитрий Смолин из банка «Уралсиб» рассказывает, как на этом можно заработать. На следующей неделе компания «Норильский никель» объявит байбек на 4,5 миллиарда долларов по цене 306 долларов за акцию. Компания может выкупить порядка 7,7% акций у акционеров. Выкуп пройдет в форме тендера, и, в принципе, все акционеры, все инвесторы смогут принять в нем участие. Такой выкуп предполагает премию порядка 25% к текущей рыночной цене. Поэтому мы рекомендуем инвесторам и всем акционерам воспользоваться такой возможностью. Понятно, что акции принесут, наверное, больше с учетом премии 25%. Но мы думаем, что коэффициент выкупа акций у акционеров будет порядка 20-25%. С учетом премии в 25%, такая стратегия может принести инвесторам гарантированный доход в размере 5% в течение месяца. Месяц будет длиться сама оферта. Чтобы избежать рыночного риска и риска возможной просадки акций Норильского никеля за период действия оферты, мы рекомендуем на 80% от позиции в акциях Норильского никеля продать фьючерсы либо на акции самого Норильского никеля, либо на акции индекса РТС, чтобы тем самым минимизировать риск возможных негативных колебаний на рынке. Фактически, после того, как у вас компания выкупит 20-25% от того количества акций, которые вы принесли на выкуп, вы останетесь в позиции, где у вас полностью будете захеджированы, вы будете полностью на 100% захеджированы в акциях. Риски – это то, что «Русал» и «Норильский никель» до начала оферты или в процессе могут начать переговоры. «Русал» может смягчить свою позицию и пойти на уступки компании, и в итоге может согласиться продать свои акции. Собственно, также возможны юридические риски, связанные с тем, что «Русал» и его юристы будут всячески пытаться отменить эту оферту в судах. Фактически заседание совета директоров назначено на 13 сентября, это следующий вторник, и этот совет директоров Норильского никеля утвердит параметры, в том числе объем 4,5 миллиарда, цену 306 долларов, а само решение о проведении такого байбека было принято советом директоров компании 15 августа, поэтому, на мой взгляд, риски того, что оферта не состоится, минимальны. Что ж, простая, короткая инвестиция. Идея состоит в том, чтобы купить акции Норникеля сейчас, дождаться байбека и продать пакет. Это должно обеспечить нам, по расчетам Дмитрия Смолина из банка «Уралсиб», прибыль приблизительно в 5% всего за месяц, что соответствует 60% годовых. Хороший доход.